Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня я расскажу вам, как приготовить шоколадную глазурь для торта. Для приготовления шоколадной глазури нам потребуются следующие ингредиенты. 3 столовые ложки без верха какао-порошка, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки молока, 1,5 столовые ложки рафинированного растительного масла. Для приготовления шоколадной глазури необходимо в небольшую кастрюльку всыпать сахар и какао. Тщательно смешать. Постепенно, помешивая смесь, влить молоко. Перемешать до однородности. Влить растительное масло и снова тщательно перемешать. Поставить кастрюльку на средний огонь и, помешивая, дать закипеть. Поварить до того, как смесь начнет густеть. Сразу снять с огня, дать немного остыть. Теперь шоколадную глазурь можно заливать наверх торта, равномерно распределив по поверхности. Наша шоколадная глазурь для торта готова. Попробуйте приготовить ее и вы. Если необходимо, можно увеличить количество ингредиентов, сохранив пропорцию. Правильно сваренная глазурь по данному рецепту будет иметь насыщенный темно-шоколадный цвет и сохранит блеск на поверхности торта даже после охлаждения на холоде. Жду ваши отзывы и комментарии. А также пишите, какие рецепты вы хотели бы видеть в наших будущих видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.